Джек, прежде чем мы пойдем вниз, нужно поговорить. Ладно, в чем дело? Наш план. Если Эмерал запустит машину... Мы вернемся на день назад и все исправим. Слушай, видео, которое Уилл оставил для меня, сказано, что противовес... Привет, Риверпорт. О, тяжелая была ночка. Полиция расследует обстоятельства столкновения... Посмотрим, как там у доктора Эмерал дела. Она что-нибудь нашла? Не уверен. Сейчас узнаю. Джек, иди сюда, что покажу. Эй, а кто за Эмерал смотрит? Хорошо, но сначала взгляни, что я нашла. Ладно, что это такое? Все файлы, что я украла с КПП Монарха, загружены на этот компьютер. А еще я нашла видео с твоим братом. Оно на телеке. Надо бы проведать. Рекомендую взглянуть. Всю остальную информацию я распечатала и разложила на столах. В городе все еще меня ищут? Еще как. Они даже сайт подняли, туда пишут все, кто якобы видел Джека Джойса. Я решила повеселиться и начала гнать им Дезу. Хочешь участвовать? Скажи, что видела меня в автозакусочной. Где-нибудь. Это все, на что ты способен? Сегодня, ладно, напишу. Сегодня 28 февраля... 19... Господи, Уилл! 1999 год. Первый эксперимент. Согласно переговорам монарха, Пол Сайрин только что запустил его. Хотя, конечно, готовность, понятие относительно... Намного раньше, чем предполагалось. Информация хронополя... Что это значит? Массовой плотности... Что времени у нас меньше, чем я думала. Если коротко... Кому-нибудь из них можно верить? Фионе. Она мой единственный союзник. А что насчет Бёрка? Его везли в одной машине вместе со мной. В Бёрке я пока не уверена. Это был Пол? Вот как он попал в прошлое. Как такое возможно? Это же не та машина, он вошел в ту, что была в универе. На этот вопрос у меня пока нет ответа. Глазам своим не верю. Что это? Это мои вещи из нашего дома. Когда мы войдем в машину времени, ты сам все увидишь. Ладно. Раз уж ты так в этом уверена, давай попробуем по-твоему. В блокноте были записаны даты, события, которые еще только случатся, инструкции. Тут можно залезть. Наверное, никогда. Вот так.